дуже такими дорогами місцевого значення. Проїжджаю справжні села Чернігівщини з хатами, з магазинами. Це вже така справжня мандрівка, мандрівна, де можна побачити якийсь етнос, де можна побачити справжнє життя жителів Чернігівщини. Люди на городах щось грибуться, збирають те, що ще не збиране. А мені треба їхати на Носівку. Це такий більш-менш крупний центр, може районний. А з Носівки вже на Прилуки. Пише вода, шумить трава, погода шепче, закоти рукава. Зайду в гараж на сході дня, свої колеса прокачаю сповна. Хотел бы отметить, что дороги местного значения между селами Гладке и Патютин тоже качественно сделали. Вероятно, тоже в рамках программы большого строительства. Супер дорога. Далеко не часто увидишь такие хорошие дороги. Значит, что-то меняется в лучшую сторону. Доброго дня. Тут питна вода? А? Питна вода? Можна пить воду? Да, питна. Ага, дякую, дякую. Вже такі околиці села, де й дорога ґрунтовка. Їду на село Блудше. Блукаю, щоб потрапити на село Блудше. Ями позакладали камнями. Зовсім-зовсім околиці. Як звідсіля добиратися до магазина, до школи? Стільки треба тьопати, а в дощ. Тільки центральна вулиця заасфальтована хорошо. Ну і ще і пару прицентральних. Зато ми бачимо настоящі українські села. Вот такі вони, українські села. Без всякої приукрашеності. Де живуть, трудяться простой український народ. Какой красивий лес осінній, я в'їжджаю. В народі цю рослину називають котячі яйця. Мабуть, із-за оцих ягідок. Красива восени ця рослина. І чим вона знаменна? А знаменна тим, що гончарі з деревини цієї рослини виготовляють стеки. Що таке стек? Це така паличка, якою загладжують глиняну поверхню. Чим же цінна ця деревина? Вона просто не гниє. І стек дуже довго служить гончарям. Наконец-то закінчується село. Проїжджаю вже останні дома, отакі завалені. Тут вже давно ніхто не живе. Що зліва, що справа.
такие остатки. И въезжаю в такой тоннель любви осенний. Открыт ли дом этот старый, в котором когда-то бушевала жизнь. Если открыт, посмотрю, что там есть. Если закрыт, значит, так и будет. О, физалис. Физалис. А ну-ка. Вот ягодка физалиса. Вот она. Вкусненький. И много здесь этого физалиса. Он же растет как паразит. Так. Дверь закручена на проволочку. Раз закручена, значит, можно открутить. Заходим вовнутрь. Ага. О, старовинная скриня тут есть. Покажу, где в скрине. Газеты. А ну ж, закрой же. О, бабочка. Бабочка спящая. Да, вот она лапкой шевелит. Газеты. Называется «Молодь Украины». Так, засновано в грудне 25-го року, а газета за 85-й. Конструктивней атмосфере, конечно. Скриню закрываем. О, тут такая рельефная композиция. Богоматерь, конечно. Терочка. Ой, какие тут рамочки. Рамочки такие себе пластмассовые. Такие гонимые рамочки. Капканы какие-то, что-то такое. Ну, а двери ж замыканы на замка. В хату не зайдешь. И можно подивиться, что там. А, может, оце... А, тут можно раскрутить и зайти в хату. Раскрутили и в хату зайшли. О, ты тут в хаті. Чого тільки нема в цій хаті. Ще й люстри старі висять. Ой, така старовинна люстра. Красива. Свічки. Зеркало. Будильнички. Спали колись люди. Ну, ще й рушники вишиті. І вишиті рушники. І шафа. Життя було. Життя тривало. О, ще й прийомник старий. Люди музику слухали. Да, це не радіола, це прийомник. Ось так. Ящиков всякий хлам. Ковдра, та щоб тепліше було. З цим чи майданом колись кудись їздили. В цих гумовцях ходили по багнюці. Дякуємо тобі, хатка, що ти нам показалася. Закриваємо тебе назад. До побачення. Доехал в село, но не знаю, в то ли. Сейчас буду узнавать название села. Попал я в нужное мне село. А теперь нужно дальше мне. Дальше квест. Село Козари надо найти. С
Сказали все время прямо, а потом через лес. Ну что ж, как говорил один из героев фильма, будем искать. Дорога на Казары ведет через лес. Вот я въехал в этот сказочный осенний лес. Главное, чтобы дороги здесь не разъезжались в разные стороны, чтобы я не запутался. Если одна дорога, так это без проблем будет. Проехал село, встретил всего двух людей, у которых можно было спросить дорогу. И то только один человек знал, куда правильно ехать. Ну, короче, еду через лес. Если укатанная дорога будет, то нормально. Если песчаная, значит, буду буксовать, пока идет укатанная. И вот, как назло, развилка. Вот куда? Туда или туда? Сначала повернул направо. Отъехал 200 метров, и мне показалось что-то не то. Внимательно изучив карту, решил, что все-таки нужно ехать прямо. И вот еду прямо через лес. Ну что, и направо, и прямо дорога накатана как бы одинаково. То есть и туда ездит, и сюда ездит. Но каждый ездит туда, куда ему нужно. Мне нужно в Казары. Скоро узнаю, туда я приеду или нет. Спросить не у кого. Пока ехал через лес, запарился. Одел наконец-то шорты. Ну не зря же я их брал. И я уверен, что уже на правильном пути, потому что впереди вышка, антенна стоит. Значит, там уже Козари. И вот такой мой путь через кукурузные поля пролегает. Так как-то романтично, кукуруза шумит, как бы прощаясь с летом. И антенна вдохновляет ехать быстро. И довольно-таки уже тепло. Времени 12:44.